Его талант говорить просто о сложном неоспорим. И абсолютно точно, что за годы его деятельности выросло новое поколение детей, воспитанных на его рекомендациях. Самый популярный педиатр страны Евгений Олегович Комаровский на днях посетил Казань. На одной из встреч доктор рассказал о том, как собрать детскую аптечку, если вы планируете поездку в свой отпуск. Самое главное лекарство для аптечки путешественника называется, записываем, средство для пероральной регидратации. И, как правило, это пакетик, в котором находятся особые минеральные соли и глюкоза, которые надо перед употреблением развести в воде. И мы получаем с вами раствор, которым надо поить ребенка, поить при любой фактически болезни. Средство номер два называется жаропонижающие средства. Без жаропонижающих средств мы никуда не едем. Итак, два препарата. Один называется парацетамол, второй называется ибупрофен. Важные таблетки – это противоаллергические препараты. Два препарата – лоратадин и цетиризин. И первое лекарство для кишечной инфекции – это ограничение еды. Второе лекарство – уже упомянутое нами средство для пероральной регидратации. Если при кишечной инфекции есть лихорадка жаропонижающий, после этого нам однозначно не помешают препараты активного угля, то есть любые сорбенты. В рамках визита доктору Комаровскому устроили экскурсию по аптечному складу, оснащенному самым современным оборудованием. Главная задача фармдистрибьютора – это удовлетворение спроса потребителей в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество жизни людей. Основными приоритетами фармдистрибьютора является качество медикаментов, своевременность и быстрота доставки. Соблюдение на аптечных складах правил надлежащей практики хранения и перевозки медикаментов являются гарантией качества медикаментов. Используемые технологии автоматизации позволяют выполнять эти задачи быстро, своевременно и с низкими затратами. Помимо экскурсии, доктору Комаровскому рассказали и о возможностях сервиса заказа медикаментов через интернет, который позволяет не только выбирать необходимые лекарства по выгодным ценам, но и быстро получать их в выбранной аптеке.